Многие мне говорят: Титмаус, пройди Майнкрафт за иссушителя. На что я ребятам отвечаю: нет, не пройду. А потом такой: ой, зашибись, блин, чихнул. Так, я не могу понять, кто это такие сладкие до сих пор лайк не поставили, а? Вы же не хотите, чтобы с вами было то же самое, что и с этими деревьями? А ну-ка давайте-ка лайки иссушителю поставьте бегом, а иначе мне придется с вами разобраться по-другому. И подписаться не забудьте тоже. Да-да, именно подписаться на мой канал. Ой, куда я подъю? Я на дереве, все нормально. Фух. Еще раз всем привет, дорогие ребята! Меня зовут Маус, и добро пожаловать на прохождение Майнкрафта за иссушителя! Итак, что же мы имеем? Во-первых, это огромное количество сердец. И поверьте мне, это еще не максимальное количество. Их будет намного больше, просто я пока что голодный. Отсюда мы с вами замечаем следующую способность. Мы можем стреляться. Слушай, тебе повезло! Не попал в тебя я! Попытка номер два, да елки-палки. Попытка третья, отлично попал в свинью. И да, ребята, я ее уничтожил! Мясо забрали. Самые внимательные заметили, как только я убил эту самую свинью, у меня восполнились мои жизни. Это офигенно. А ну-ка, давайте-ка на ком-нибудь еще попробуем. Вот, допустим, овца. Внимательно следите за жизнями, стреляю, и отлично, я снова восстановился. Ебой, у нас появился третий ряд сердец. На, отлично, нифига себе, сколько уже много жизней. Короче говоря, можно жить, не переживай. Жевать, в любом случае не сдохнем. Но мяском мы сами уже напаслись, поэтому давайте перекусим. И как только я перекусил, мои сердечки постепенно начинают восполняться. А ну идите ко мне, овечки! Всех вас уничтожу, мне нужно больше жизней! Тем временем, пока я убивал овец, у меня уже наполовину заполнился четвертый ряд. Офигеть, вот это жизней! Ой, такие миленькие лошадки! Конечно же, я вас сейчас уничтожу, получайте! Кстати, мне стало интересно, а могу ли я стрелять быстрее? Давайте попробуем, и ребята, у меня получается это тоже делать! Офигеть! Какой я пулемет! Просто жесть! Хм, интересно, а еще быстрее получится? Пробуем! Вот это я пулемет! Вообще конкретный! Боже мой, что происходит? Офигеть, жестко, ребята, я могу землю ломать таким образом. Свинья, погибай, песик, прости. Вы только посмотрите на мое количество жизни, это просто жесть. 5 рядов жизни, это в 2,5 больше, чем у обычного персонажа Майнкрафта. У меня восполняется еще один ряд жизней. Чела, ты, конечно, прости, но тебе придется умереть. До свидания. Ах, ты еще и живая осталась, да ладно. Ты что, это на меня идешь? По-моему, эта маленькая пчелка на меня решила поохотиться. Ути какая! А, все, она передумала. Ну и правильно, тогда оставайся в живых, ты слишком умная оказалась. Короче, что это я? Мне же нужно дерево немного, думаю, добыть. Для начала, как бы верстак сделать, там палки. Так что не стесняемся, быстренько все это дело добываем. Доски готовы, и мой первый верстак тоже готов. Наконец-то я скрафтил свою первую кирку. О, свининка. Такое я люблю. И мне вот интересно, а где здесь какая-нибудь большая пещерка? Кстати, забыл упомянуть еще одну очевидную способность. Я могу летать. Вот, да, теперь я упомянул, молодец. В принципе, вы это и так без меня прекрасно видели, я думаю. Елки-палки, пещера, неужели тебя так сложно найти? Дело в том, что я не хочу найти какую-то маленькую пещерку, так как я в несколько блоков ростом, и мне в этой пещере нужно будет как-то передвигаться. А вот и, по ходу дела, подходящая пещера. Здравствуйте. Здесь я замечаю уголек, который мне нереально пригодится. Крафтим факела. Отлично, факел готов, и, как вы видите, я выкапываюсь для того, чтобы немного пройти подальше в эту пещеру, так как моя голова мне мешает. А если быть точнее, то мои три головы, я, как Змей Горыныч, копаюсь в пещере. И я сейчас так подумал, мало ли я зря копаю, вдруг там нифига не будет, и, по-моему, да, ребята, там тупик, блин. Все ясно, уходим. Тем временем, пока я рылся в той пещере, у нас наступила самая настоящая ночь. О боже мой, ребята, у меня 7-й ряд сердец восполняется, что? Прикольно, прикольно. И коровки, кстати, тоже довольно-таки важные для меня сейчас животные. Я бы их покушал. Иди сюда, куда сваливаешь ты от меня? И ты тоже давай, и ты тоже давай, давай, давай. Очень жаль. Ути-пути, зомби, кто такой маленький зелененький? Наконец-то для меня злые мобы в Майнкрафте никакой опасности не представляют. А ты, монстр костлявый, что тут выпендриваешься, а? Замечательно, мы еще и стрелы получили. Но что-то мне подсказывает то, что мне стрелы совершенно не понадобятся. Короче, что-то я увлекся, и, по-моему, ребята, у меня появился 7-й ряд сердец. Офигеть, ух ты, там еще и... Ой-ой-ой. Какие люди в Голливуде? Ты как бы не совсем человек, ты эндермен. И ты мне конкретно интересен. Крипер, подорвись-ка рядом с ним, прошу тебя. Не хочешь? А кто будет хотеть? Паукан, не мешайся, зомбари. Вы что это на меня нападать-то решили все? Воу! Эндермен, я тебя все-таки должен убить. Крипер, взрывайся, молодец! Эндермен куда-то делся, как я понимаю, мне тут делать нечего. При свете шикарной луны у меня появилась более крутая идея. Я бы сказал, гениальная идея. Нужно отыскать деревню. Интересно, где же эта самая деревушка? Где же эти проклятые жители?
скоро найдем! Да, дорогие ребята, долго искать не пришлось. Здорово, житель, вернее, голем. Интересно, а будешь ли ты меня атаковать, а? Смотрите-ка, все более-менее дружелюбненько, не атакует меня. Хороший мальчик, хороший. Зато здесь есть дофига пшеницы, вроде бы как должно было быть. Почему? Во, вот она пшеница. Эта пшеница мне даст хлебушек, который мне капец как необходим. На улице конкретная ночь, все жители спят. Он сейчас даже не подозревает то, что за ним наблюдает иссушитель. Баю-баюшки, баю, не ложись на краю, а иначе я приду и тебя я укушу. Кстати, здесь сундук, сломаем стекло ему, немного хлеба, картошка не нужна. И мне интересно, да ладно, это кузница? Ну-ка, что у нас тут? Нифига себе, штанишки, ботинки. Еще и немного яблок с хлебушком и золото, прикольно. Думаю, стоит приодеться. Теперь я со штанами еще более крутой парень. И потихонечку начинается рассвет. Думаю, с этой деревни пора свалить, чтобы жители совершенно ничего не заподозрили. Самое время закрафтить пшеницу и сделать много хлеба. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот это я понимаю. Все, ребята, пора идти в пещеру. Нифига себе, с железа. Крафтим каменную кирку и собираем железную руду. Ведь именно с помощью железной кирки я смогу добыть себе алмазы. Да-да, хоть я и иссушитель, но алмазы я все равно люблю. Печки. Кладем уголь и плавим в них, конечно же, что? Железо. А пока железо плавится, я здесь вижу еще немного железка этого же самого. Почему бы его и не раздобыть? То же самое касается и угля. Железный меч для того, чтобы бить эндерменов. Ну и на этом, я думаю, пока что хватит. Теперь я максимально готов искать пещеру. Кстати, вы тоже это слышите? Слушайте. Да-да, это вода. Я тут подумал такой, почему бы и не выкопаться в эту самую воду. Да, вот она, здравствуйте. Отлично, теперь можно куда-нибудь идти. Спускаемся все ниже, и я тут нашел немного железа, прикольно. И что самое приятное, в ширину мне хватает всего лишь одного блока, чтобы проходить. И вот только в длину нужно копаться в три блока. Да уж. Вы не поверите, что мне удалось отыскать. Это же заброшенная шахта и лава. Лава, это, конечно же, нехорошо. Поэтому давайте аккуратненьким образом ее перекроем. А, сундук! Ну нифига себе, что у нас там такое будет? Ничего интересного. Кроме хлеба. Вау, там еще спуск ниже. Вот это да! Какая пещера! Ух ты, там еще и лава. Самое главное, это в лаву не упасть, но, ребята, здесь вообще красиво. Так, я уж чувствую, что высота довольно-таки глубокая. А это значит то, что, наверное, где-то здесь будут алмазы. Кстати, очень жалко то, что своими снарядами я не могу ломать камень. Было бы намного удобнее. Но зато мои снаряды освещают. Скелет, а что это мы тут бродим, а? Кто давал право? Разозлился. Что ж, ребята, я не знаю, сколько я уже в этой пещере роюсь, но, по-моему, здесь будет что-то интересное. Пожалуйста, надеюсь, я сюда не зря шел. Пока вижу только редстоун. А, не только редстоун. Быстрее выкапываем камни, наконец-то. Я нашел алмазы. Да ладно, их еще и много здесь, по ходу дела. О, бог ты мой, как же хорошо. Мои маленькие голубенькие штучки. Офигеть, как же это классно. Наконец-то алмазы у нас. Незамедлительно делаем новую алмазную кирку. Вау, какая она крутая. И думаю, алмазный меч мне тоже не помешает. Ну что же, самое время добывать немного обсидиана. А пока я его добываю, спою вам песенку. Я веселый иссушитель, добываю я обсидиан. Я огромный и здоровый, убью я тебя легко, пацан. Лучше ко мне ты не подходи, а иначе тебе будет очень плохо. Я веселый иссушитель, добываю я обсидиан. Итак, ребята, обсидиан добыл полностью, сколько было нужно, и, по-моему, я не пролезу сюда. Только вот, одна голова пролезет, и все. Так, вроде бы как теперь порядок, да? Хороший портал в ад получился. Интересно, а где кремень? Мне же нужно будет его поджечь. Чтобы добыть кремень, нужно найти гравий. А вот гравия пока что я не вижу. Проблема была недолгой, вот и гравий. Ну-ка, где там кремень? Отлично. Самое время активировать портал. Красотень! Ну что же, я готов телепортироваться. Ой, что это такое? Что со мной такое? Что происходит, ребята? Фух, живы целые, елки-палки. Проблема! Пипец, портал-то по размеру не подходит, точно. А как я буду возвращаться обратно? Ладно, потом решим. Просто замечательные новости. Посмотрите, где я появился. Прям-таки рядом с крепостью, где еще и спавнер с ифритами находится. Просто чума. Новое достижение. Чертоги страха. Да, обожаю. И что-то я не понял, а почему это никто не спавнится? Мне уже не терпится кого-нибудь здесь уничтожить своими снарядами шикарными. А вот и вы! Получайте с пулемета, говнюки такие! На! Умри, я сказал, молодец.
Молодец, где мои стержни? Моих стержней нету. О, еще один спавнер. Появился, убиваем, уничтожаем. Есть палка, стержень, нету стержня. Блин, что-то мне со стержнями пока что не везет. Ой-ой, тут еще и Боров на меня охотится. Идет такой, нифига себе. Боданул меня даже второй раз уже. Ты что это бодаешься, свинья? Да. Отведуйте силушки из сушительской. Получай, получай. Моя первая палочка. Ура! Что же, пойдемте дальше развлекаться. Я люблю развлекаться, я иссушитель. Киана! По-моему, ему не понравилось. Еще одна палка, отлично. Ты чё, с ума сошел? Успокоили парня. Что-то слишком много этих свиней тут появилось. А ну-ка, с пулеметом не хотите покушать? Чё-то я немного это... Увлекся. Отлично, палка, еще одна, стержень ко мне. Кстати, от лавы я урон не получаю. Нифига себе, я про это даже не знал. Ифрита, ты чё тут заспрятался в лаве? Типа тоже показываешь мне, что крутой, да? Но я-то все равно круче. Hello. Еще уничтожаем. Я вас всех убью, я вас всех уничтожу. Да ладно, я могу разрушать вот эти блоки, серьезно. Вот это я туннельчик прорубил, нормальный, конечно. Отлично, еще один фрит погиб, палку получили. О, стержень есть, вижу. Ко мне, найс. Еще одна палка выпала. Думаю, 7 штук мне будет достаточно. А сейчас мне интересно сделать вот что. Огромнейший туннель. Посмотрите на эту красоту, просто жесть. Я как будто какая-то бормашина. Вот это мы с вами прорубили. Нифига себе, я крепость нашел еще одну, что? Да уж, конечно, круто. Так, теперь, я думаю, стоит немножко полетать по этим шикарнейшим просторам адским. Выполнить ачивку, убив Гаста. До свидания. Не понял, где моя ачивка? Ну ладно, попытка номер 2 и... Ладно, ачивка так не получается. Попытка номер 3, попробуем убить ее мечом. Чё, где моя ачивка, блин? Ой, капец какой-то. Кстати, пока я лечу и ищу биом с эндерменами, вы только посмотрите, сколько у меня уже сердец. 13 рядов, это жесть! Вы когда-нибудь видели столько здоровья? Лично я еще ни разу. Бог ты мой, я наконец-таки нахожу этот самый биом. И что-то мне не нравится, как я тут пройти не смогу, наверное. Поэтому давайте-ка врубим нашу бор-машину. Вот тут я понимаю, нифига себе пролетели, смотрите-ка, прямо вниз прокопались, и вот здесь уже огроменный биом с эндерменами. А вот и первый эндермен. Тебе нравится, да, я знаю, тебе нравится, ты мазохист, умирай. Слушай, ты пиглин, не мешай, пожалуйста, мне здесь. На. Так, первый жемчуг, пожалуйста, спасибо. Как вас много здесь, нифига себе. Так, тихо-тихо-тихо. Забирайте золото, все, успокойся, отстаньте от меня. Слишком много эндерменов и слишком много моих жизней, чтобы их не убивать, поэтому давайте быстренько всех этих эндерменов уничтожим. Боже мой, пиглины, вы чё это, алло? Не на того нарвались, офигеть, их там много, что происходит? Что? Какая огромная толпа? На свинью охотится, вы только посмотрите. Офигеть, ой-ой-ой, вы чё? Чё, ёлки-палки, происходит? Капец вообще. Ну вы, конечно, и прикалываетесь. Я в офиге. Ладно, не будем им мешать, конечно же. Давайте продолжим убивать эндерменов, потому что у меня уже очень скоро накопится нужное количество эндерглаз. Иди сюда. На. Как же хорошо. Ровно 14 штук добыл. Пора лететь обратно домой. Итак, ребята, мы почти что дома. Возникает вторая проблема. Как же пробраться в этот портал? Здесь, я думаю, все просто. Многие уже догадались. Просто нужно немножко его разрушить по углам. И твою ж дивизию, нафига я по углам-то рушил? Просто вот эти два блока нужно было сломать, после чего произвести вот такие вот махинации. Все готово. Портал пригоден для отправки обратно домой. Пока. Ну, наконец-то я дома. Фух, самое время выбираться. И сделаю я это максимально простым способом. Так, земелечка. И свобода, наконец-таки. Я свободен, словно я большой добряк. Кстати, интересно, это та же самая кузница, которую я лутал? Да, это та же самая кузница. Все понял, понял. Думаю, самое время крафтить Окиэндера. Запускаем, куда же он летит? Глаз вон в ту сторону, понял? Надо его собрать. Он не выпал, вот какой. Придется довольствоваться теперь 13 глазами вместо 14, ну и ладно. Тыщ. Полетели. Думаю, найти портал в Эндермир не составит никакого труда. Так, пролетаем лес, вижу пустыню. Именно из пустынки, думаю, запущу еще один глазик. Давайте, я уже почти что там. Так, пролетел в какую-то я пустынку. Нифига себе, пирамида. Итак, пустыню пролетели. Кстати, нифига себе. Здравствуйте.
Стоп, секунду, что это только что было? Я случайно запустил Укэндера, когда хотел открыть сундук, а Укэндера полетела в другую сторону. Прикольно, прикольно. Ну-ка. Запускаем еще раз, летит туда теперь, понятно. Выпади, прошу, спасибо. Так, а если вот здесь запустить, теперь туда летит. Чего, простите? Понял, понял. Скорее всего, это где-то вот здесь. Давайте попробуем укопаться. Текс. Что, елки-палки, это такое? Пока месть. А, нет, ребята, что-то есть. Что? Нифига себе! Вот это я выкопался, так выкопался! Вы это видите? Прямо-таки сразу же к порталу укопался. Офигеть, даже искать не пришлось его по всей крепости. Круто. Только вот здесь все равно придется немного выкопаться. Эть, отлично, подлетаем, забираемся. Все, можно активировать портал. 3, 2, готово. Пипец, неужели я отправлю сейчас на эндердракона? Очуметь, за иссушителя это будет очень прикольно. Если вы еще лайки не ставили, давайте-ка ставьте лайки. И подписывайтесь все-все-все, кто этого еще не сделал. А я телепортируюсь, let's go. Господи, где это я? Ой-ой-ой. Понял, в какой-то комнате появился, нужно срочно выкапываться наверх. Отлично, ребята, мы с вами вылетели. Здорово, дракон, я готов тебя убивать, но перед этим с кайфом снесу все башни своими снарядами. Офигеть, как же это легко. Крутяк, я себя чувствую таким могущественным, ребята. Вы бы знали, сбиваем все башни. К сожалению, своими снарядами решеточки я пробить не смогу, поэтому придется их сломать киркой. Хотя, погодите-ка, а если вот таким образом попробовать запульнуть получится? Получилось. Кстати, я тут понял то, что мне не помешает перекусить. И что же, дракон? Ух ты, нифига себе, ты чё это офигел? Ну все, настало время расплаты. Я врубаю свой пулеметный режим. Получай, дракон. Иди сюда, нифига себе, ребята, он уворачивается от моих снарядов. Ты чё, офигел, что ли? Сейчас все у меня получится. Во, получается, смотрите. Давайте уничтожаем его полностью. Такими темпами очень скоро дракону придет полноценный капздец. Даже драконавт. Ну же, ну давай же уже, пигибай. Хорошо. Вы видите, что происходит? Вот это я ему сейчас урона посносил, конечно. Во, вот это да, вот это я понимаю. И последние удары, на. Давай, еще чуть-чуть. 3, 2, 1, готов. Побежден, дракошка. Очень жалко его. Вау, как я красиво подсвечиваюсь. Много опыта, весь мой опыт. Наконец-таки я прошел Майнкрафт. Это было прикольно. В каких-то моментах нелегко, в каких-то моментах очень легко, но, блин, было классно, реально. Надеюсь, что вам данная серия понравилась. Если это так, то вы, конечно же, знаете, что делать. Во-первых, ставьте лайки. Во-вторых, подписывайтесь, если еще не подписались. Ну и, конечно же, советую вам посмотреть другие ролики на моем канале. Они безумно интересные. Мне недавно тут вышел видосик про миньонов. Самых настоящих, реалистичных миньонов в Майнкрафте. Если вы их еще не видели, обязательно смотрите. Ну что ж, дорогие ребята, я думаю, что на этом все. Я с вами не прощаюсь. С вами был Иссушитель. Либо же Титмаус. Увидимся в других видео.